Приветствую вас, жители Готэм-Сити. Я Бэтмен. Я сегодня подтянулся 25 раз на турнике и стал Бэтменом. И сегодня я буду бороться со злом. И первое зло — это Бэйн. Поехали. Где детонатор? Ты не мог отдать его человеку из толпы. Где он? Отвечай мне! Воу-воу-воу, что творит? Что творит Бэйн? Он не сломает мне спину еще раз. Бэйн, отвечай мне! Где он? Где он? Я тебя закидаю батарангами. Я разозлился. Пересмотри свою стратегию, Бэйн. Лучше бы ты мне сразу сказал, где он. Нифига подобного, Бэйн. Ты мне скажешь все. Воу-воу-воу-воу, Бэйн. Ты мне все расскажешь. Вот он, мой заклятый враг. Ты что, иллюзия этого пугала, что ли? Мне пофигу, настоящий ты или нет. Я тебя победю. Да, я Бэтмен, я победю. Я сотру улыбку с твоего лица. Потому что я Бэтмен. А еще умею делать захваты. Любой Бэтмен умеет делать захваты. Ты думал, я ударю тебя, и ты сделаешь контратаку, но это не так. Это нифига не так. Полетай немножко. А теперь зонинг. Зонинг от Бэтмена. Все проигроки зонят. Я тоже. Ты со мной не справишься. Я только что потерял всю свою силу, Джокер. Всю полоску энергии. Опа, я тебя обманул. А теперь смотри, миксап. Должен был быть оверхед. Но его не было. Сдавайся. Я отправлю тебя в психушку. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Теперь ты познаешь гнев Бэтмена. Комбо пошло. Тихо. Я Бэтмен, и я умею делать кроссапы. Самые лучшие кроссапы только у Бэтмена. Тихо.
О, миксап, смотри, Бэтмен умеет делать миксап. Last chance to fall in line. Don't bet on it. А я оставлю силу. На, лови комбо. Как тебе такое? Захват от Бэтмена. Бэтмен ничего не боится. Ты думаешь, ты не испугаешься самого страха? Как я уже говорил, Бэтмен не боится ничего. И твои миксапы тебе не помогут. Познай гнев Бэтмена. Как тебе такие комбинации? На. Еще захват. На. Прессинг от Бэтмена. Не трать мое время. Ну и что, я могу делать кроссапы. На. Ага, попался. Надо было блок держать против Бэтмена. Ты не сможешь спасти Готэм. Я смогу спасти Готэм и всех жителей Готэма. Как ты посмел увернуться от моей комбинации? Давай, бей меня. Ты не можешь ударить Бэтмена. Даже не думай побеждать ты. Мое супероружие тебя сразило. Ты чё, зонер, что ли? Бэтмен таких не любит. На. Как ты смеешь перебивать мои атаки? Ты проиграешь.
Бэтмен, даже когда у него мало здоровья, никогда не теряет надежды. Зло снова было побеждено, потому что я Бэтмен. На этом, пожалуй, все. Бэтмен удаляется. Но сначала поставьте лайки Некросу и подпишитесь на его канал.